наконец мы попросыпались. Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. Мало того, уже маленького в садик. Мама увезла Гришу в гимназию в свою. Вот. А папа чистит диван. Папа диван чистит, да. С утра пораньше. А мы, пенсионеры и больные, остались дома. На улице минус 20. Никуда, конечно, не съездишь поснимать. Я все хочу съездить на Семеновское озеро, в парк, но на таком холоде не очень ходить снимать. Сейчас что-нибудь придумаем. А, у нас еще подарочек есть новогодний. Папа привез только его. От Альфа-банка. Завалялся у него в кабинете. Вот такой вот подарок от Альфа-банка. Мышонок. Да это крыс целый. Зубы-то какие, глянь. Цельный крыс. Ну, он такой скромный подарочек. Так, у него здесь... еще и капюшон есть. И капюшон, да, есть еще. Я его сейчас одену. Ага. Так, чай премиум с грибом рейши. Не знаю, попробуем, что это за чай такой. Так, ну тут какой-то типа блокнотика. Да. Так, это у нас что? Гель? Это не капюшон, кажется, а шапочка, шапочка новогодняя. Ой, господи. Так, и вот таких тут шоколадок. Ну, все, скромный такой подарочек, скажем так. Мне крыска понравилась. Крыска понравилась. Да. Да ты любишь мягкие игрушки-то. Вот тебе и нравится крыска. Смешная такая. Ой, я так не люблю мышей. Даже и крыс, таких? И даже таких, да. Что мне прям даже неприятно. Не знаю. Мне нравится она. Смешная такая. Что, скучно дома-то на больничном, да? Да. На улице там весело. Все двигаются. Все двигаются. Все в школу подвигались. Завтрак. Доброе утро. Батончик не очень вкусный, но я его еще не пробовала с йогуртом. Ясно. Попробуй. Ну и как? Ну да. Что же за такой замечательный батончик? Заразись, бабушка. Такой, говорю, замечательный батончик, что даже с йогуртом никак. Не понравился, короче, тебе. Да. Мне тоже. Ну вот, начали мы заказывать с Иринкой. Вот. Ну, это, скажем так, только начало. Сейчас вот пойду, денег положу на карту, на эту, с которой я заказываю. Еще буду заказывать. Я всегда говорю, не бойтесь. Многие боятся заказывать на Алиэкспрессе. Не бойтесь. И возврат денег есть, если вдруг не получил заказ. Все нормально. Нечего бояться. Уже все налажено за столько лет. Все работает.
Это я вот ночью не спала, накидала тут в корзину. Не спалось мне. Замки всякие. Коннекторы. Украшения. Вообще. Это не украшения. Это фурнитура. Украшения будут, когда они будут сделаны. А сейчас так. Вот. Вот надо еще посидеть, посмотреть. Повыбирать. Ну что, а день опять начинается с хозяйственной комнаты. Не, ну сейчас у нас прям порядок. Опять стирки. Большие семьи. Никуда от этого не денешься. Стирка, сушка, глажка. Болеть болеем, а уроки делаем. Да. А пишет, как курица лапкой нашкарябает. Да. Вот до Нового года в декабре свет на улице выключали в 12 часов дня. Сейчас уже выключают в 10 утра. Насколько день прибавился. Привезли из детского садика после обеда. И вот он теперь спит. Опять что-то парень подхрапывает, подкашливает. Не успел выйти в детский садик. И уже опять. Ой, какая красота. Да. Прям с солнышком стало жить веселей. Да. Ой, а мне Оксана написала Кормчикова: в Черноморском подснежники цветут. Какая зима. Да сейчас даст под конец зимы. И там тоже даст, прям. Оно все равно свои возьмет, правда? Да, было же такое, когда в конце марта уже миндаль цвел, и снегу навалило, блин, сугробы были. Вот это хуже всего. Да, поэтому я думаю, что еще что-то будет, не просто же так. Ну, а у нас вот так вот, да. Красотень такая. И все видно сегодня, и сопки, и залив, все как надо. Как вы думаете, уложила маленького спать и сама легла? Да как уснула-то, прям отрубилась. А у меня вот почему-то, я уже заметила, когда мороз, спать хочу. Но не так, чтобы я прям легла и спала там сколько-то часов. Нет, а вот так полчасика, часик. А ночь-то ведь не спала. Я вчера вот весь день так. Ночью не спала. Сегодня опять спать хочу. Надо в Сбербанк сходить. Никак с утра не дойду. Идти-то рядом вон 5 минут. Еще пошла, перчатки не взяла. Холодно руками-то. Но нужно сходить положить денежку, потому что сегодня распродажа заканчивается на Алиэкспрессе. Надо еще там подзаказать. Вот еще переживаю, как бы из-за этого коронавируса посылки бы нам не пресекли. Сейчас с нянечкой разговариваем, она: ой, налог,
Ну, на дома на все подняли. Ой, то подняли, все подняли. Так и так понятно. Если прибавят пенсию тебе на 3 копейки, то подорожает все на 30 рублей. Господи, чего удивляться-то? Вчера посмотрела, как Самвел жарил селедку с кока-колой. Но я же не могу. Мне надо... Я же не верю своим глазам. Мне же надо самой попробовать. Румяная вся. С морозу-то как заходишь. Так, ну что, мои дорогие. Попробуем пожарить селедку, как Самвел жарил. Что-то я не верю своим глазам. Надо самой попробовать. Сейчас нагреется сковородка. Ай. Вот я купила вот такую селедку. Вичи из бочки. Ну, уже такую. Вот, сейчас ее пожарим. Тоже ты кашляешь-то. Только в садик вышел. Уже кашляет. Так. Не слышит, Егорка. Егорка, иди сюда. Тебе задание. Меня в комнате? Слева, справа. Так, включаем вытяжку. На всю. А то уж очень там, говорят, брызгается. Греется. Он говорит 2-3 минутки с каждой стороны. Жарим. Сегодня прям все утро, мои хорошие, смотрела кето-диеты. Вот, может быть, кто-нибудь сидит на такой диете, напишите. Уж прям так ее расхваливают. 5 килограмм в неделю худеют. И так вкусно, так полезно, так здорово. Не знаю, я как-то этого не касалась. А тут прям смотрела и засмотрелась, как хвалят. Ну, это, наверное, для нас дорогое удовольствие. Очень много овощей, зелени. Так, Александр, ты чё воюешь? А? Что такое? Ты чё, ём, да, я дышу. Пяка. Любитель повоевать. Ой. Да, запашок, конечно. Ладно, пожарится сейчас. Вот, а что меня заинтересовало в этой кето-диете, то, что даже люди с сахарным диабетом могут жить с этой диетой. Вот, так что, кому, девочки, интересно, посмотрите. На Ютубе много там этой кето-меню, кето-диета. Вот, посмотрите, может, кому-то надо. Телефон у меня разряженный, провод не пускает дальше. Переставила я на другую конфорку. Ну и сейчас буду уже заливать кока-колу. Стрельба идет вокруг.
Опа! Залила. Все забрызгано. Мне интересен сам, какой вкус получится. Потому что Самвел-то любит попридуриваться. Иногда такое отморозит. Те, кто его смотрит, сами знаете. А я люблю тоже экспериментировать-то. Интересно, какой будет вкус. То, что он говорит вкусно, это же еще не говорит о том, что это так и есть. Ай. Сейчас попробуем. Пробуйте, Людмила Викторовна. Я сама боюсь. Попробуйте. Знаю. Ну, у нас такой пикантный вкус. Да, я какой-то такой. Да? Ну, я хочу сказать, может быть, есть это и не будете постоянно. Ну, да. Но так... Закусон. Закусон, да. Кого-нибудь удивить, может быть. Ну, не противно. Я когда боялась. Когда уже нет ничего, да? Ну, не противно. За неимением ничего. Поехали. Имеет место быть, но на самом деле, правда, Людмила Викторовна говорит, взять свежую, посолить, пусть чтобы она была такая не сильно соленая. Да, сутки простоит дома, да, да, и потом ее да, готовить. И потом да? сделать, да. Да, потому что это любую рыбу соленую жарить. Она будет все равно это, мы вот... Перебивает. Да, мы когда вот этот палтус, вот эти чущи, как их называют, да, сильно соленые покупаешь, так, потом их замачиваешь и вот уже потом отвариваешь. Я люблю с картошкой отварные. А так? Ну, а так, ничего. Прикольно. Прикольно, да? Она еще готовится вон. Ну что, Егорка за Кока-Колу согласился попробовать. Да. Да нормально, какой-то такой интересный вкус. Вот ты маленький кусочек попробуй. Ну и что? Что очень, ты скажешь? Очень соленая. Ну это соль, да, соль. Вот проявляется прям соль. Ну а привкус нет? Не понравился тебе? Да. Вкусный, как та рыба, которую ты ешь. Только она сухая какая-то. Ну, соль, да, вот прям надо попробовать взять селедку не соленую такую, слабо соленую сделать. Ну, ничего, вкус, да? Да. Ну, это ладно. Спасибо, Самвелу.